Перед вами Магнитогорский металлургический комбинат. А это его нынешняя краса и гордость. Толстолистовой стан, 5000 горячей прокатки. На сегодня лучший агрегат подобного типа в России. Как, впрочем, и этот комплекс по производству автолиста, расположенный в 11-м листопрокатном цехе. А это два цеха горячей и холодной прокатки, где сегодня производят самый широкий алюминиевый лист в мире. Речь идет о Каменск-Уральском металлургическом заводе. Совсем неподалеку, всего в 300 километрах, в той же Свердловской области, совсем недавно возведены не менее уникальные металлургические агрегаты. И это далеко не полный перечень объектов, и прежде всего на ММК, которые были пущены в работу с помощью проектировщиков Магнитогорского гипромеза. И как вы уже наверняка догадались из названия нашего фильма, этому акционерному обществу исполняется ровно 80 лет. Сегодня мы проектируем вот на комбинате это новую коксовую батарею, проектную документацию разрабатываем. Это мы делаем реконструкцию стана 2500 горячей прокатки, делаем реконструкцию стана 2000 горячей прокатки, другие там объекты. Доменную печь номер 2, потому что 11-я печь, новая печка, только сейчас ведут переговоры по заключению контракта. А на стороне у нас довольно крупные объекты. Мы делаем электрометаллургический комплекс на ВЭКСе большой. Мы делаем проектирование, заканчиваем. Это трубопрокатный цех на ВЭКСе. Сегодня у нас есть реконструкция рельсобалочного стана в Тагиле. В канун славного юбилея Магнитогорского гипромеза было снято несколько телепередач, в том числе нашими коллегами из компании ТВИ. И мы решили, никого не дублируя, познакомить вас поближе с руководителем этого мощного проектного института. А поскольку с генеральным директором, автор фильма, находится много лет, по сути, со школьной скамьи, в отношениях приятельских, то и разговор с Юрием Александровичем начался с «Альма-Матер». Есть смысл перейти на «ты», потому что мы выходцы из одной «Альма-Матер». Четвертая школа города Магнитогорска. Ими гордится школа. Там был Савицкий, Тверской и так далее. Что школа вам дала, эта четвертая? Ну, все закладывается в школе. Значит, были хорошие преподаватели. Хорошо у нас вел Василий Григорьевич Теплов математику. Значит, великолепные были у нас преподаватели по русскому языку, химии, физики. Поэтому она дала ту основу знаний, которая... В принципе, значит, и в дальнейшем пригодилось. Потому что я всегда говорил, что я в своей работе в первую очередь технарь, воле судьбы ставший управленцем. 11-й – это вообще был уникальный класс. Там, я помню, Лынов, Дивнич, Боря Вилков и тот же самый Койнов, который ставил спектакль по Островскому. Хорошие были ребята, хорошая была школа, хороший такой был район, откуда мы подбирались в школу. А из твоего выпуска, у вас было два десяток, да, выходило? Кто из ребят интересных? Вспомни фамилии. Ну, пожалуйста, Чернов Эдуард Владимирович, директор Маглин. Мы вместе с ним сидели за одной партой. Коля Мазнин, значит, преподавал очень много. Значит, в лицее, да, профессор физику преподавал в лицее, в институте. Савицкий Александр Леонидович, ну, он в соседнем классе, но тоже у нас. Старицкая. Если бы мы задались целью назвать все промышленные объекты, которые были спроектированы гипромезом на промплощадке ММК, это заняло бы добрых полчаса. А если бы речь пошла о тех, что построены на других заводах России, получилось бы по времени не меньше. Щекотливый вопрос возникает. Называется Магнитогорский гипромез. А он строит великолепные цеха, производство на стороне, то есть вот ВЭКСа, ОГМК, это наши прямые конкуренты. Интересно вот отношение руководства комбината к тому, что вы делаете для наших как бы противников, ну я мягко говоря. Нет, ну что значит противников, не противников? Значит, Магнитогорский металлургический комбинат, он сегодня занимает все равно передовое, лидирующее
место в металлургии. Значит, и довольно-таки приличные, значит, объекты построены. Это стан 5000. Даже на Выксе, который стан 5000, он пока, значит, да, он заработал, наверное, на полную мощность. И поэтому это конкурент, но пока еще не до конца достойный конкурент комбинату. Так можно сказать. Ну, я могу так сказать, что настолько велик комбинат, что вот словами поэта «сочтемся славою, ведь мы ж свои же люди», да? Прекрасно помню, как Юрий Александрович играл в баскетбол, успешно покорял беговую дорожку. А вот начало его пути в большое проектирование упустил. Но это, согласитесь, несложно восполнить. Юра, вот есть такое слово «проектант» и «проектировщик». Это разные варианты? Ну, тут как сказать, что такое проектант, что такое проектировщик. Значит, я, наверное, как-то бы вот затрудняюсь сказать синонимы это или одно и то же. Но мы проектировщики. Как тебя занесло на эту стезю? И что для этого нужно знать и уметь? Ну, занесло как-то вот после института. Значит, был такой на левом берегу предприятие «Магнитогорский гипромес». Он тогда в то время, ну, уже стал самостоятельным институтом. Значит, он был сначала филиалом Московского института гипромеса. Уже в это время, когда я туда пришел, а это было 71 год, он уже был самостоятельным институтом. И как-то вот по совету отца, он говорит, вот попробуй, там получится, понравится. Тем более у тебя вроде как и такие предметы, как черчение, начерталка, там вот воображение, которое в какой-то мере необходимо, значит, проектировщику. Значит, есть, попробуй. И вот так я туда попал, и так вот всю жизнь, за исключением 2 лет, когда я был в кадрах вооруженных сил Советского Союза, значит, проработал в Магнитогорском гипромесе. Чем запомнилась вот первая пора гипромесовская, первые годы? Кто у вас там был? Лидер, кто был там, титан? Ну, я попал в прокатный отдел. Там довольно очень сильные были специалисты. Значит, начальником отдела тогда был Селезенев Всеволод Сергеевич. Главным конструктором был Русанов Виктор Иванович. Сегодня в Магнитогорском гипромезе трудится около 1000 специалистов. Ежегодно в коллектив вливается 20-30 человек, в основном выпускников МГТУ. Кстати, Юрий Александрович много лет был председателем аттестационной комиссии родного вуза. И степень подготовленности неофита, простите, новичка, определяет на раз. Желающих упасть на амбразуру, я имею в виду подняться от Калашника до Горна во время ремонта капитального домны, нет или есть? Нет, есть ребята, которые, как сказать, относятся ответственно к работе, которые желают понять и желают, как говорится, овладеть специальностью, овладеть профессией и действительно быть достойным и хорошим проектировщиком. А у тебя есть любимчики? Нет, так. Нет, так, такового я стараюсь, чтобы этого не было. Симпатии и антипатии нет, скрываешь? Я живой человек. Ну. Поэтому тут, о чем тут говорить? Естественно, кто-то, ну, именно не с точки зрения, значит, как сказать, красивый, некрасивый, там еще какой-то умный, неумный, а с точки зрения именно работника, с точки зрения профессиональной. Я прошел все, можно так сказать, сферы деятельности, виды деятельности проектировщика. То есть я начинал сам работать за Кульманом,
Значит, потом был старшим инженером, ведущим инженером, руководителем группы. Не был вот главным конструктором. Сразу с руководителем группы меня назначили начальником отдела. Потом ГИПом, заместителем, генеральным директором, директором. Поэтому, значит, с этой точки зрения я знаю подноготную проектного отдела от и до. Те учители, которые были у меня, они привили и, как сказать, приучили меня к тому, что прежде чем приступить к какой-то работе, ты должен внимательно ее изучить, должен внимательно понять, что это такое. Нас Виктор Иванович Русанов заставлял, чтобы мы изучали цеха от и до, то есть закрытыми глазами по прокатным цехам я мог пройти по каждому подвалу, по каждому все. Сейчас вроде, конечно, поменьше, потому что я меньше хожу, но в то время, когда я работал руководителем группы, когда я работал конструктором, я по цехам мог пройти закрытыми глазами по любому стану, по любому подвалу. Значит, естественно, тот опыт, который я получил здесь, тот опыт, который я получил, когда мы занимались проектированием стана 2000 горячей прокатки вместе с польскими специалистами, когда я работал в Польше, значит, и руководил группой проектировщиков по этому хозяйству, то я думаю, что в принципе я могу сказать, делай как я. У нас есть возможность показать вам, как буквально на глазах, но если серьезно, это заняло 2-3 года, поднимались корпуса двух уникальных станов, 5 и 2 тысячи. На месте третьего Блюминга работники Гипромеза под уральскую метель ставили первые колышки под разметку. А сейчас вам на радость включаем нашу машину времени. Естественно, что проектировать в чистом поле, не имея каких-то определенных ограничений по размещению, по компоновке, по каким-то таким другим моментам, естественно, в какой-то мере проще. То есть ты можно все туда вложить, все, что есть. А при реконструкции, естественно, нужно учитывать ту ситуацию, которая есть в данном производстве, в действующем цехе, в действующем здании. И с этим много надо приходится считаться и очень много начать поднимать старых материалов, очень много надо изучать то, что есть сегодня на, как говорится, на производстве, для того, чтобы вписать новое, как говорится, новое производство, новую технологию, не нарушив и не навредив старому тому, что есть. Если бы производить реконструкцию и возводить новые агрегаты по всем правилам промышленных стандартов, пуск этих самых агрегатов затянулся бы надолго. А посему Магнитогорский Гипромез, давно уже находясь в партнерских отношениях с заказчиком, ищет и находит решения, которые сокращают сроки сдачи объекта. Параллельное проектирование. Это высший пилотаж? Ну, параллельное проектирование, оно с чем параллельно? Оно со строительством. Поэтому оно не только при реконструкции. Даже в чистом поле, значит, ты проектируешь, и одновременно идет стройка. Ведь если говорить по классике, вроде бы, как бы правильнее было, как бы более рационально было, это сначала нужно выполнить, разработать проектную документацию, пройти ее экспертизу, посмотреть на ней хорошо все это хозяйство. После этого, после того, как получил положительное заключение экспертизы, разработать рабочую документацию, снова все внимательно посмотрел, все изучил, и после этого начинается стройка. Значит, но такой вот, как сказать, цикл проектирования строительства,
он имеет довольно длительный и растянутый период. И поэтому на комбинате, по крайней мере, до сегодняшнего дня, идет именно вот параллельное проектирование и строительство. Это приводит к определенным сложностям, определенным каким-то дополнительным затратам. Значит, потому что что-то меняет машиностроители, приходится, что-то меняется по ходу, значит, этого момента проектирования и строительства. Но в то же время это сокращает сроки ввода объекта в эксплуатацию, и, естественно, комбинат или другой какой-то, значит, заказчик, он раньше выходит со своей продукцией на рынок, раньше завоевывает какие-то позиции свои, и за счет этого получает определенные преференции, прибыль дополнительную, которая с моей точки зрения, да и, думаю, с точки зрения заказчика, покрывает те дополнительные расходы, которые произошли при вот таком вот проектировании строительства. Ну а сейчас еще раз о том, что нас с Юрием Александровичем объединяет. Это, конечно же, хоккей и баскетбол. Слез радости на его лице, когда «Магнитка» триумфально побеждала в финалах, я, честно скажу, не видел. Но знаю, насколько эмоционально он воспринимает и победы, и неудачи. Я просто очень хорошо знаю, что тебе греет душу, потому что мы много лет с тобой наблюдали за хоккейными поединками рядышком, да, на трибуне. И я знаю, как ты болел и болеешь. Насколько ты эмоционален, я знаю. Частенько скрываешь в себе, но это все выплескивается. Я прав? Ну, естественно, значит, я, если говорить везде и в спорте, когда сам, значит, играл и в баскетбол, и когда сам занимался там легкой атлетикой, значит, естественно, по максимуму все это хозяйство. Так, я ярый болельщик хоккейный, это с детства, со стадиона «Малютки» и со всеми прочими уже перешли, значит, на более высокий уровень, значит, это в дворец Рамазана, а потом арена «Металлург», вот, значит, ну и точно так же я волнуюсь и переживаю здесь в институте за работу, конечно, ну а что ж, есть, мы же не должны подвести заказчика, мы должны сделать хорошую работу, чтобы потом не было стыдно. Будет все в институте хорошо, я уверен, что, значит, мы справимся с любыми задачами, которые будут стоять перед институтом, и, пользуясь случаем, я, конечно, хочу поздравить всех сотрудников института, всех бывших работников Гипромеза с этим праздником, с юбилеем 80-летним, и пожелать всем, самое главное, здоровья, мирного неба и всех-всех-всех благ.